Так, друзья, забиваются сваи, поскольку у нас местность на Урале такая болотистая, и грунт здесь в основном насыпной,
И чтобы, как сказать, ну, он упрессованный, не упрессованный, где местами, где вылазит прослойка, там вот, допустим, здесь грунт метр насыпанный, а там есть метр, допустим, ила какого-нибудь или торфяника. И чтобы его пробить и упереться, ну, в основной твердый слой, вот видите, здесь немножко уперлось, тут чуть побольше, там посильнее позабивались. То есть, когда упирается уже в тот слой, в самый нижний, она останавливается, и на нее потом будет она срезаться, делаться опалубка, обвязываться и потом заливаться. То есть для этого делаются вот такие свалки. То есть почему не бурят и заливают? Потому что насыпное, и когда буришь, допустим, чтобы для заливки, она осыпается и не вся заливается. Эту забил гвоздик, и он так и держится. То есть я вчера вот навозил, позавчера, нет, неделю назад я эти привозил, фура приходила, я со склада, оттуда развез им, они наколотили. Вчера была фура, я вот эти приготовил, ну сейчас жду тоже еще фуру, должна прийти еще остатки. Потому что там еще за забором, где трактор у меня стоит, будет колотиться. В общем, такая работа. Этот сам кран заводской, вот это самодельное все сделает. И вот этот молот, который колотит, он весит 2 тонны, ребята сказали. Сейчас, говорит, у них еще делается такой же кран, но будет уже молот вот такой, уже будет 3 тонны весить. То есть вот так ребята работают. Замеряли 4-метровые сваи, но есть и там и 5, 6, 7, там и до 12 метров. Но здесь, поскольку уже сверлили вон и скважину, бурили, и я вон там бурил этим ямобуром своим, который на погрузчике отмостку делали. То есть посмотрели, что через метр начинается там, ну, то вода кое-где, кто, где скала, бур не берет. То есть решили вот забивать такие гвоздики.
Ну вот так, ребят, прошел мой рабочий день, как говорится. Тут еще будут тоже колотить, забивать. Эти тоже. Тут ребята переезжают, они будут колотить, я уже не буду тут много находиться, как говорится. Ну, получается, супер. Сейчас еще сделаю. До тех, я думаю, тоже дотянутся, раз оставили. Ну, эти заберут. Как сказали мне разложить, я так разложил. Ну, как-то вот так. Ну, а там я уже щебень буду развозить. Ну, кто помнит, по моим видео, тут я уж делал. Заезд из глины, по-моему, видео называется. Я уж не помню. Ну, кто видео мои смотрит, тот вспомнит. В общем, всем удачки, всем пока. Подписывайтесь на канал, кто только что зашел. Всем удачки!